связи с тем, что у нас Иваниковское водохранилище является федеральным водным объектом, и мы как производим мониторинг водохранилища, и все, конечно, видим, в том числе и, как бы, и другие органы, и жители нашего района, что у нас очень зарастает наше водохранилище во всех заливах. И происходит не только заиливание, но и заболачивание рек, которое приводит к ухудшению приточности водохранилища, ухудшению качества воды. В связи с этим филиал «Вособлатхоз» в соответствии с нацпроектом «Экология» проводит работы по скашиванию излишней водной растительности на Иваньковском водохранилище. Эти работы начаты в прошлом году на реке Донховка, в той части, которая является подпором Иваньковского водохранилища и протекает вот по черте города Конаково. На данный момент это как бы является первым этапом для дальнейшего проведения работ по расчистке водохранилища от донных отложений. В связи с тем, что в начале подпор водохранилища очень заросло и представляет собой заболоченную часть водного объекта. В этом году планируется еще проведение таких работ на реке Сучок частично. Все виды работ, которые проводят в рамках национального проекта, они происходят по согласованной программе с управлением рыбнадзора. Они выделяют те участки акватории, которых нет нерестилища рыб, которые бы могли позволить проводить данный вид работ. Национальный проект предусматривает пока работу до 2024 года. И вот в ближайшем, в следующем году, уже в программе, утвержденной рыбниками, уже есть. Это будет Машковский залив и Федоровский залив. Ну и дальнейшее, есть такой момент, что жители тех населенных пунктов, которые действительно страдают от зарастания излишней водной растительности, то есть могут подавать заявки на проведение данного вида работ. А следующим этапом это будет проведение расчистки от донных отложений. Но в ближайшие год-два будет только поданы материалы на утверждение, на разработку проекта. И только после разработки проекта можно эту работу будет проводить. То есть на данный момент пока проект не утвержден. Проведение данного вида работ приведут к улучшению качества воды водохранилища, что самая главная цель этого – улучшение приточности, увеличение полезного объема водохранилища.